Друзья, всем привет, и это новое видео с ловушкой. Заранее прошу, ребят, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, я сильно старался. Итак, ловушка наша стояла у кур несколько часов, я решил переставить ее на сарай, и вот выше нашей ловушки видите деревья, и там, в общем-то, их очень много деревьев, и воробьи там каждый день сидят, чирикают, в общем, там живут. Я решил поставить ее пока здесь, и вот что у нас получилось.
Ловушка уже очень долго стоит, несколько часов, и воробьи вообще даже рядом тут не ходили. Ну, все-таки они попадаются, не знаю, как и почему, когда я камеру ставлю, они не попадаются. Ну, все же в этом видео, наверное, я думаю, попадется воробей. Видео смотрите до конца и не перелистывайте. Все в конце узнаете. Вот это тоже, кстати, почему-то сработало. Ну, давайте выпустим его.